Sweetie, do you have the password and everything for my Uber? Of course. Can you send these people this, because they want to go in and this is for the insurance for the accident. Send them what? The passcode to get so they can go into Uber and check out statements. Oh, is it? And it's just my email, right? It's Uber. They want to go to inside where? They want to go into Uber. See, they need a passcode, password and everything to get into Uber, right? Want to see how much you make when you wasn't working? Yes. We can send them statement. No, they want to go in and look for themselves. Друзья, всем привет из Волмарта. С вами Катя Кларк, вы на канале Жена Канадца. Слушайте, тут такие симпатичные вещи, посмотрите. Кружечка Canadian style. Очень симпатичные вот эти. Go jump in the lake. Прыгни в озеро. Термосы. Как я люблю все эти штучки-дрючки для дома. Дома нет, да? Как я люблю эти. Я люблю вот этот шопинг для дома больше, чем шмотки. А вот символ Канады. Вы знали, что мус, господи, как? Лось – символ Канады. Кстати, у меня была вот такая вот калошница для обуви. Что-то я не помню, куда я ее делала. Нужно посмотреть. Может быть, где-то сложила. Да, наверное, отдала кому-нибудь. Peace, love. Что-то еще есть. Такие вот всякие штучки для ключей, да? Это пепельница, что ли? Столько всего здесь классного, конечно. Вот столик такой. Видите? Вот оконник, кондиционер, $139. Вообще копейки. Мы помню, года два назад, когда у нас в Миссасаге опять был гемор с системой, с воздухом, мы покупали за $200, по-моему. Вообще $139. Видите, оконник. Меня просил кто-то показать цены на телефоны. Ребят, я вот в Самсунгах не разбираюсь. Вот посмотрите. Вот модель. $2021. Вот это вот ужасные руки. Это вот провайдеры сотовые. А сколько он стоит? Что цены здесь нет? А вот. Доллары канадские. Вот посмотрите. S6, вот таблет, kids для детей, я в них не разбираюсь, в Самсунгах. Что-то я отекшая какая-то. Ну да ладно, что-то прям болит рука, сил нет. Значит, купила я в Walmart'е яйца ему. 5,97, 18 штук. Купила коричневые. Потом я купила ему сериал каши. 2,97 он попросил. Тефтельки. $5 я сделала ему суп с тефтельками. Он попросил. 2 кейка. Паунд. Паунд кейк называется. По 2,97. Такие штаны ему для дома летние. $14. Потому что у него есть одни, малые ему. Бумажные полотенца. 6 штук.
8,97. Я была в двух Walmart'ах. Еще вот эти бумажные полотенца тоже 6,97. Почему двое дороже, чем упаковка 6? Это более плотно. Я вообще люблю, ребят, покупать более плотные бумажные полотенца, потому что они как-то сохраняются. Никак. Вот эти вот, знаете, я не люблю тонкие. Вот, так что чек у меня из одного Walmart у меня был на $11, а из этого Walmart у меня 43,57. Вот, так что... А, слушайте, посмотрите, как я повесила маски сушиться. Я уехала, он спал. Все, высохли. Нет, тут немножко влажновато еще. Вот. Так что для сушки приспособила. Еще я купила себе вот такую льняную рубашку белую. А ту белую я отдам маме. Та более как-то плотная, синяк на ноге. Классная, очень классная. Вот. Угадайте, сколько стоит? Это я купила в Saks OFF 5TH. Купила еще, посмотрите, что. И вот такие белые льняные шортики тоже. У меня есть одни льняные такие, слегка бежевые, это белые просто. Вот. Так что все, накупила льна. Очень люблю лен. Я считаю, недорого. Тоже из Saks OFF 5TH. Сожгла себе пальцы, представляете? Стала разогревать ему суп. Взяла, поставила в кастрюле в микроволновке. Он так говорит, нельзя металлическое ставить. Я не знала. Он обедал. А потом, ну, вот эти ручки, когда согрелась, взяла кастрюлю за ручки, обожгла ожог пальца. Он опухло болит. И у нас ничего нет от ожогов, представляете, дома? Ой, как больно. Он поехал в аптеку за каким-то спреем или кремом. Я говорю, как так дома у нас не иметь? Ой, как больно. Он говорит, так опасно. Говорит, могло взорваться. Я не знала, что металлическую кастрюлю нельзя ставить в микроволновку. Ой-ой-ой. Куда пухли пальцы? Ай. Вот так вот прям взялась. Ой-ой-ой-ой. Ой. Ладно, сейчас жду его. Имейте дома всегда в аптечке от ожогов. Я даже не знаю, как называется. Он мне принес крем для рук с алоем. Ой. Вот Джош принес такой крем. А крем-антибиотик. Я не знаю, почему антибиотик. Вот я мажу пальцы 3-4 раза в день.